Привет, мои любимые нагибаторы! С вами Карина, и сегодня расскажу о новостях мира танков на первую половину октября. С вас лайк и подписка. Поехали! Вчера стартовал общий тест обновления 1.22.1 «Темные сказки». Уже можно опробовать новый сезон «Линии фронта». В этот раз бои пройдут на технике 7 уровня. Если по какой-то причине на вашем аккаунте нет таких машин, просто арендуйте что-то из списка. Пакеты с арендной техникой можно найти во внутриигровом магазине. На тест отправились и ранговые бои на девятках. Это второй экспериментальный запуск режима, в котором вы сможете заработать танковый премиум-аккаунт, экспериментальное оборудование, кредиты и боновые инструкции. Также просим вас оценить переработанный интерфейс экипажа и казармы. Теперь вы можете выбрать сразу несколько учебных материалов для единоразового использования. А в продаже появились учебники, которые раньше были доступны только в качестве награды. Надеемся, что теперь переобучить экипаж или пересадить его на другую технику будет намного проще. Трейд-ин в мире танков с 6 октября. Большинство сдаваемых танков принимается за 50% стоимости, некоторые за 70%. А какие-то и вовсе можно обменять на новые без доплаты по принципу 1:1. В этот раз для покупки будут доступны и новые танки М41Д и Крайслер К. А полный список техники найдете на нашем портале. 2 октября ищите на портале игры статью про историю Танкограда. Читайте ее, жмите кнопку и выполняйте боевые задачи до 9 октября. Можно заработать боевой опыт и опыт экипажа, кредиты, личные резервы, предбоевые инструкции, надписи и декали. Продолжается игровое событие «Огненный волк» в Натиске, в котором проходит и квалификация к легендарной семерке. Таблица лидеров на сегодняшний день выглядит так. Напомню, что призовой фонд пополняется с каждой продажей стиля «Голос пустыни». Также продолжается состязание в «Стальном охотнике», где можно выиграть реальные деньги. Жмите кнопку «Участвовать» и играйте в режим. Ссылка в описании. Напоминаю, что до 1 октября действуют скидки на учебные пособия, членов экипажа и технику для некоторых наций. А до 6 октября в продаже пакеты с Т-44 облегченным. Не забывайте и про табель-календарь. В октябрьском на 12 и 28 день поменяются награды. А еще рекомендую добавить в закладки страничку на портале с действующими на данный момент промокодами. Ссылка в описании. С 9 по 15 октября в премиум и внутриигровом магазинах скидки на часть 2D стилей, а также в продаже 3D стиль проект 103 Марлин для Т-103. А еще мы запустили акцию с подарками вам на годовщину создания аккаунта. Напоследок напоминаю, что с 16 октября опция восстановления проданной техники через центр поддержки будет отключена. Ссылка с подробностями в описании к видео. Здравствуйте, детишки мои, детишки, здраво будьте. А это дед ваш. А я вам что хочу сказать-то? Напоминаю, что до 18 октября это задачки мои, поручения выполнить надо. Ага. Ну вот, в лесу чудес. До 18 октября. Ага. Ну будьте здравы. Все. Надеюсь, вы уже освоились в царстве теней и знаете, какая здесь драма разыгрывается. Наши любимые сказочные персонажи лишились самого дорогого. Забавно видеть, как они за яблоками носятся. Я даже подумала, а не выйти ли и мне на поле боя? Показать настоящее мастерство. 30 октября. Царство теней в мире танков. На сегодня все. Спасайтесь от осенней дождливой погоды в мире танков. Заодно и на пуховике сэкономите. Не болейте. Пока-пока.